Спасибо большое. Когда Рахманинов женился на Наташе Сатиной, своей двоюродной сестре, он уехал в Ивановку, в имение Сатиных под Тамбовом. От Москвы это еще 90 километров за Тамбов. Я вам очень советую, если вы сможете, поезжайте туда, потому что там работают подвижники, там работает директор, который восстановил Ивановку буквально с чистого листа. Что делать, если в 18 году, после того, как Рахманинов уезжает за рубеж, в скором времени имение оказывается разграбленным и уничтоженным практически полностью, но вещи, которые находились в этих домах, оказались, потом находили в домах у потомков.